В нашем отделении давно функционирует уже 5-й год школа, которая является филиалом 22-й школы, где учатся наши дети, лечащиеся у нас в диспансере от злокачественных новообразований, учатся с 1 по 11 класс. Однако пик заболеваемости, злокачественных заболеваний у детей приходится на дошкольный возраст, то есть на возраст от 2 до 8 лет. Сегодня в такой вот приятной, яркой, торжественной обстановке мы открыли дошкольное отделение, и теперь силами школы номер 22 охвачены дети дошкольного возраста. Это самая большая категория наших пациентов, и, к сожалению, до сегодняшнего дня эти пациенты у нас не были охвачены учителями. Мы используем методы бережного оценивания ребенка, методы индивидуализации. Самое главное – это общение, понимаете? Мы ведем закрытый образ жизни. Дети вынуждены быть ограничены в общении со сверстниками. А тут, пожалуйста, всех их собрали одного возраста, они друг с другом общались, выходили. Есть документ, так называемая ведомость успеваемости ребенка, в которой мы отмечаем темы, которые проходит ребенок, и, конечно, ставим отметки. И когда ребенок возвращается в родную школу, мы передаем эту информацию. Это нормальная практика, она по всему миру существует. И мы очень надеемся, что наши дети спокойно вольются в свои классы в будущем.